Очень живой премьерный спектакль «Чемоданное настроение» по одноименной пьесе сказки молодого драматурга Анны Богачевой показан на сцене Ульяновского молодежного театра в канун Нового года. Адресован он не только детям, которые станут взрослыми, но и взрослым, которые были детьми. Мне интересно рассуждать вот на те темы, которые там поднимаются. А это тема дружбы, тема любви, тема обретения друга, обретения себя, сохранения себя во взрослом, скажем так, зачастую жестоком мире. И как вот люди все равно умудряются сохранить в себе ребенка, сохранить в себе какую-то нежность и какую-то светлую искру. Вот про это. Что же такое чемоданное настроение? Помогут разобраться в нем и окунуться в это чемоданное настроение дети Соня и Леня, которые просто ожидали своего рейса, маму и, наверное, чудо, если с ними такое приключилось. Я исполняю девочку Соню. Это маленькая девочка, которая верит в чудеса, но которая стремительно борется со взрослостью, потому что взросление, оно всегда, как репродуктор нам говорит, внимание, осторожно, дети, там, не присматривайте за чемоданами подозрительными. Непредсказуемая Фёкла Чемоданова никого не оставила равнодушной. Здесь нет такого назидания вот для детей, то, что они не любят, вот так делайте, так не делайте. Здесь такого совершенно нет, это какая-то волшебная история. Мне кажется, и детям, и взрослым самое главное, нужно продолжать верить в чудеса, что Дед Мороз все-таки он есть, что вообще чудеса, волшебство, что все это присутствует в нашей жизни. Просто нужно посмотреть, чуть-чуть прищурить свои глаза и посмотреть внимательно вокруг. Спектакль будет идти на сцене молодежного театра все праздники, ежедневно, за исключением 1 января. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.